Уже во второй раз в рамках нашего университета проходит международный фестиваль спорта. Он организован на 5 площадках. Каждая представляет определенный вид спорта. Здесь ребята смогут проявить себя не только в выносливости, но и смогут проявить себя и в игровых видах спорта. И в противостоянии между собой это бадминтон, настольный теннис. Так что ребятам я пожелаю успехов, спортивных побед, ну и хорошего настроения. Международным фестиваль называется неспроста. В нем участвуют студенты ЮРГУ, приехавшие из разных стран. Представители Китая, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки, Туркменистана, Казахстана и России встретились в спортивной борьбе за главный кубок фестиваля. Это спортивное мероприятие организовано ради сплочения разных народов, объединенных под одной крышей ЮРГУ. Данный фестиваль у нас еще приурочен к 70-летнему юбилею Южноуральского государственного университета. И сегодня у нас собрались 10 сборных команд разных стран. Цель фестиваля – это, конечно же, адаптация студентов-иностранцев в Южноуральском государственном университете и у нас в студгородке ЮРГУ. Игра в дартс, веселые старты, эстафета сплотили команды. Это можно назвать соревнованием, но проходило оно в дружеском ключе. Знаете, это очень эмоциональная игра, очень было, конечно же, сложно, но мы все-таки сумели победить команду Китая. И это все благодаря нашей дружной команде. Я очень рада, что мой народ такой дружный. Иностранные студенты узнали друг друга ближе, получили заряд положительных эмоций и поучаствовали в спортивной жизни нашего вуза. А победителем международного фестиваля спорта в общекомандном зачете стала команда России. Кто будет следующим обладателем кубка, узнаем ровно через год.